Приветствую, друзья, коллеги! Сейчас я расскажу, как установить расширение VPN для смены IP-адреса. Проходите по ссылке или копируйте ссылочку, которая будет под видео, и вставляйте в адресную строку браузера. Это расширение подходит для Яндекса и для Google Chrome. Он работает и там, и там. И Enter. Вы попадаете в интернет-магазин Google Chrome, и вот здесь показано это расширение. Здесь можно почитать отзывы, здесь можно увидеть похожие. Но мы нажимаем вот сюда «Установить». И пошло, сейчас пойдет установление. «Установить». Вот, видите, пошло установление расширения. Все, расширение установилось, нажимаем. Все. Кликайте на вот такой значочек, вот так он будет выглядеть, и нажимайте «Off». Вот, все, он включился. Это Нидерланды, нажимайте сюда, и вот 4 страны, из которых вы можете выбирать любую. Если сюда нажмете, будет это. Если на Сингапур, то Сингапур. Все. Когда его захотите, можно всегда включить. И оно будет спокойно там ждать, пока вы его включите. Эту вкладочку закрываете. Открываете новую. Все. Спасибо. Всем пока.